Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я нахожусь в супермаркете Lidl в Польше и пройдусь, покажу вам цены на продукты питания. Вам будет интересно видео, поддержите меня лайком за мою работу. Всем приятного просмотра! Бананы. 6 злотых килограмм бананов. 4 злотых это 1 доллар. 1 злотая 9 гривен украинских. Так, апельсинки 12,99, 13 злотых за килограммчик апельсинок. Виноград килограмм 30 злотых, 29,98. Вот такой вот виноград беленький. Цитрина, лимончик 10 злотых килограмм, 5 злотых полкилограмма. Вот такая вот сеточка, 5 злотых. Мандаринки Лузен по акции 7 злотых. Мандаринки за килограммчик. Авокадо. Авокадо 7 злотых. Одна штучка вот такая вот авокадо. Это отдел вот и с булочками. Вот такая булка маленькая. 100 грамм там, злотая 10 грош. Хлеб 405 грамм, 4,50 один хлеб. Вот такой вот хлеб, 4 злотых, полкилограмма. Яблоки. Яблоки 2 злотых, самые дешевые за килограмм. Есть 4,50, вот такие вот белые яблочки. Такие яблоки по 4 злотых килограммчик. Груши. Груши по 7 злотых за килограмм. Вот 6,99. Вот такая вот килограммовая пачка груш. 7 злотых стоит. А есть на развес груши. 8 злотых за килограмм груш. Вот таких вот. Есть салатка вот такая вот, 6 злотых, 100 грамм, пачечка, салат. Вот это вот отдел из масла. Масло Рипаковое. Бутылка масла литрового, 11 злотых. Вот такое масло по 12,50, растительное. Здесь что у нас? Картошка. 3 злотых за килограмм такой картошки. Есть картошка уже мытая, или это скорее всего свежая. 4 злотых за килограммчик. Есть цибуля уже готовая, обчищенная. 8 злотых за килограмм цибульки. А такая цибуля, вот цибуля желтая, 5 злотых килограммчик. Капусточка. Капуста 4 злотых килограмм капусты. Чеснок 100 грамм чеснока 3,70. 100 грамм чесночка. Капуста вот такая вот, килограмм такой вот капусты салатной, 6 злотых, килограммчик капусты. Био-буряки, 5,50, 500 грамм био-бурячков. Есть такая морпочка, вот 6 злотых за килограммчик морквы, вот такой вот. А морква, если взять на развес, морква, по 3 злотых за килограмм морквы, вот такой. Большая такая прекрасная морковь. Вот отдел с консервами. Давайте посмотрим. Тунчик Рио Море. 13 злотых. Панчичка тунчика. Вот такой вот паштет. 3,30 за 195 грамм паштетика.
паприка консервованная, 5,70. 300 грамм паприки. Фасоля в соусе. 8 злотых за баночку 400 грамм. Вот такая вот баночка. Есть белая квасоля. 2,94 баночка. 400 грамм. А эта фасоля, скорее всего... А, вот это 8 злотых. 415 грамм баночка. 8 злотых. Так, пройдем дальше, посмотрим еще цены. Вот, например, соль. Килограмм соли злотой 80 стоит. Здесь шоколадки. Шоколадка Милка стоит 3,35. 100 грамм шоколадки. Вот такой Милки. Это здесь с квашенными. Мешанка. 9 злотых. Пойдем пройдемся, может, посмотрим мясо. Вот мясо, бачок, килограмм 13 злотых, без кости. Вот мясо миленое, 700 грамм 12 злотых. Филе из индюка 19 злотых. Сверху вниз целый. Мясо миленое. 400 грамм, 8 злотых. Мясо миленое. Четвертка кунчака, 10 злотых за килограмм. Четверточка из курчака. Филе из курчака, 10 злотых. Килограмм. Нет, это скорее всего не килограмм, 25 злотых килограмм филе. Это что-то неправильно сказал. Не может так стоить филе. Друзья, кому интересно видео мое, поддержите меня лайком за мою работу. Всегда рад вашему активу на моем канале. Вот такой вот сыр, 380 грамм, 15 злотых сыр, пачечка. Есть сыр топленый, 300 грамм, 8 злотых. Кабаносы. Пачечка кабаносов 175 грамм, 10 злотых стоит. Пачечка кабаносиков. Йогурты, вот, например, сырочек вот такой вот, 2,85, 100 грамм сырочка, 150 грамм пачечка. А йогурт самый дешевый, вот, по злотой, 99 грош, пачечка йогурта, самого дешевого. Йогурт Джабела, злотая 70, за 150 грамм пачечка. Отдел с молоком. Вот посмотрим. Молоко по акции было по 3 злотых, по акции злота 79. Бутылка молока. 2% жирности. Есть по 3,50 молоко, 2% жирности. Есть без лактозы. Молоко 5,42 литра молочка.
от сметана. 18% жирности, 400 грамм сметаны стоит 4,60 злот. Маргарин по акции 3,50 за 250 грамм пачечку маргарина. Есть сметана по 3,86, 18% жирности. Самая дешевая вот 2,29 за 200 грамм, 18% жирности. Вот такая вот пачечка, 200 грамм. А вот масло, масло экстра 6,80, 200 грамм пачечка масла. Это такое вот. А вот самое дешевое, то сколько здесь? 6,80, 200 грамм, 82% жирности. А вот есть подешевле, где я видел. Подешевле, вот 4,50. Но здесь 60% жирности, вот такая вот пачечка масла. Это подешевле. Это, наверное, самое дешевое, которое здесь есть. Майонез. Большая банка майонеза. Вот 6 злотых литра майонеза. Не, меньше, там 700 грамм банка. Вот здесь макароны отдел. Макарон спагетти. 2,40 за 500 грамм. Макарон спагетти. Макарон спагетти. 11 злотых килограмм пачка макаронов. Макарон пиора. 400 грамм. 5 злотых, 4,95. Вот такие цены на макароны. Макарон спагетти 9,50 пачечка. Вот таких вот спагетти. Макарон клуски. Макарон клуски. Вот такие вот макароны. 4,30. Каша ячменная. Каша ячменная 2,90 за килограмм. Пачечка каши вот такой вот. 2,90. Каша гречаная. Гречка. По акции 8 злотых. Килограмм гречки. Без акции была цена 8,50. Есть вот такая вот расфасованная гречка. И здесь цена... Каша гречана парена 3,90 за 400 грамм, расфасована по 100 грамм в пакетику. Вот такая вот каша. Каша ягляная есть. Каша ягляная тоже расфасована по 100 грамм. 5 пакетиков здесь. То цена... Нет, 400 грамм по 100 грамм. 3 злотых пачечка каши такой ягляный. Рис до суши 4,5 злотых почти, 4,94, 500 грамм риса. Здесь отдел с майонезами, вот 6,30, 400 грамм баночка майонеза. Здесь подороже майонез 7,50, 400 грамм баночка майонеза. Здесь вот майонез 10 злотых. Вот такая вот банка. 10 злотых за 500 грамм. Кетчуп. 560 грамм, 4,79 цена. Вот есть по 6,59 кетчуп Котлин. Лагодный 450 грамм. Биопаста. Томатная паста. 10 злотых за килограмм. А вот такая вот баночка 7 злотых. 700 грамм томатной пасты. Посмотрим цены на конфеты. Конфеты. Такие вот конфеты.
3 злотих 100 грамм. Это цена указана на все за 100 грамм, по 3 злотых, вот такие вот шоколадные конфеты. Есть по 2,50, вот такие вот конфеты, 100 грамм. Мешаные конфеты, перемешку, желейные такие, по 3,20 за 100 грамм. А вот уже шоколадные подороже, 3,50 за 100 грамм. А есть вот даже и со сливками вот такие вот конфеты, все редкие сливка в шоколаде, то 5,90 за 100 грамм цена. Друзья, кому интересно мои видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки мне. Мне очень приятно. Есть вот такие вот сливки. Пачечка сливок 8 злотых, 200 грамм. Вот такая вот пачечка сливок. Вот такое видео у меня получилось, друзья. Всем спасибо за просмотр. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока, друзья.